Завершает наш выпуск традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». Вот о чем расскажут журналисты печатного издания. В Мурманске в седьмой раз стартовал популярный спортивный марафон «Родной двор, родной город». У кого есть шанс стать победителем городской олимпиады в этом году? Мурманские пожарные не смогли подъехать к горящему подъезду дома. Въезд во двор заблокировали припаркованные машины. Об этой возмутительной ситуации в «Вечернем Мурманске».